Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Буся Трейченкова, и сегодня у нас будет ролик, в котором я покажу все свои обновочки. Ну, и не только свои, все своих у меня нет. Ну ладно, ничего страшного. И первое, что я хотела бы вам показать, это то, что это новый аквариум Афанасия. Вы не знаете, но Афанасий — это вот моя рыбка. Это меченосец, это новая рыбка. Она появилась у меня относительно недавно. Ну, как-то недавно, месяца два назад. И я об этом не сняла ролик, простите, пожалуйста. Но мы купили для него вот такой вот аквариум. И завтра в этом аквариуме будет жить еще кое-кто, кроме Афанасия, да. Сейчас я покажу вам этот аквариум поближе. Здесь есть вот такая подсветка, она меняет цвет. Также я могу ее отключить. И оп, я отключила подсветку. И там такая вот ситуация. Камушки, подсветка. Ну и, наверное, все. С стороны это выглядит вот так. Также, ребята, смотрите, что у него есть. Сейчас вам кое-что покажу этого аквариума еще. Если вы думаете, что он здесь только чистится фильтром, то нет. Это не только чистится фильтром, но еще это делается вот так. Опа, забурлила бурлилочка. Это поставка кислорода. То есть, вот так его включаетесь, и он вот так светится. Похоже на ночник. Это делается все из-за вот такого компрессора. Если что, не реклама. Я Хайман. Хайман, да. Ну вот, вот такой мягкой, такой приятной силиконовой трубочкой вставляется воздух. А также под крышкой аквариума находятся вот такие, сейчас покажу вам внутренности. Опа. Тут вот вата такая, сейчас вон она, тут вата. Вот это шарики, они тоже фильтруют воду, они керамические. Все здесь чисто, хорошо. Ну что ж, вот такой аквариум. Сейчас вам покажу. Если что, он всего-то на 5 литров. Сейчас я поймаю фокус. Аквариум всего-то на 5 литров. Сейчас я вам покажу, сколько у него вариаций котлеток. 1, 2, 3, 4... 5, 6 вариантов подсветки. Понимаете? А вот это уже такой цвет, который, ну, то есть он плавно переливается. Все это переключается от вот такой штучки. Все теперь у нас вот такое. Даже аквариум, потом вот эти проводки здесь. Идут сюда, к этому компрессору. Его можно включить. Ну и вот, это аквариум на 5 литров. Если его залить полностью, то он не будет вот так бурлить. Вот эта вот штучка не будет бурлить. Что у меня есть еще? Также у меня есть тараканы, которые уже хорошо подросли. И у меня их двое. Да, помните рождение тараканчиков? Сейчас я вам их покажу. Опа. Значит, давайте к Афанасию. Да, эту рыбку зовут Афанасий. Завтра у него будут друзья, он будет не один у меня жить. Ну и эта баночка была. Давайте я его открою. Опа. Все. И вот они, мои таракосики. У них тут тепло довольно в террариуме. Иди сюда, маленький таракусик. Это шипучка. Леонора немножко другая. Ползи. Леонора, по-моему, чуть поменьше, да. Вот они, две девочки. Стой. Да, это была шипучка, а это Элеонора. Шипучка, Элеонора. Запомните. Также у них есть вот такой домик, куда они сгребли зачем-то все опилки, в которых они живут. Придется их чуть разгрести девочкам. Они сюда обширно какали. Прости, конечно, но... Вот так.
Опилки в основном такие, вот такие, но вы видите, грунтуются, и получается вот такая каша. На них просто уже при этом. Ты куда ползешь? Дрянь. Дрянь. Дрянь, тебе не стыдно? Дрянь. Дрянь. Дрянь такая. Смотрите, дрянь. Просто настоящая дрянь. Дрянь. Просто дрянь. Знакомьтесь, дрянь. Добрая дрянь. Вари-вари добрая. Ну, она ползает зачем-то по стенке террариума. Так же, как вот эта дрянь, она убегает. Девочки, с вами здесь очень-очень весело. Вы такие веселые, такие узорные. Ну что ж, крышечка, Фанасий, тараканы. Больше вроде бы обновочек нет, но я хотела бы сказать, что для Симочки есть новый костюмчик, который я вам сейчас покажу. Вот, ребят, сама Сима, а вот ее костюмчик. Сейчас я его одену и покажу. Хотя нет, я его разложу, а потом вам покажу. Вот, ребят, так выглядит костюмчик. Вам покажется, что он большой, на самом деле он довольно маленький. Ну, для Симоны такой костюмчик вполне хорошо. Сейчас я его на них одену. Тимочка, не делай, что я тебя сейчас убивать буду. Ладно, подождите. Ладно, ребят, сейчас я его одену и покажу вам. Вот, ребят, смотрите, как Сима выглядит в этом костюмчике. Это вообще такой дождевичок. То есть он не марает пузика. Давай, Сима. Оп. Ай, давай. Вот, он не марает пузика. Но собака может ходить в туалет, и Симочка к нему уже не привыкла, да, маленькая. И вчера всего-то вчера его и купили. Почему он новый? Потому что здесь есть вот такая бирочка. Кому интересно, не почитайте. Это для именно карликового пуделя. Вот. Это так просто. Здесь вот такое горлышко есть. Оно не утягивается. Ну и вот этой молнией я долго возилась. Вот с этой молнией. Также здесь есть вот такая пуговка. Да. Ну и думаю, уже надо снимать его, потому что ей может быть жарко. Бедной маленькой собачке. Вот ее хвостик. Давай, Сима. Хвостик. Ну вот, в общем, ее хвостик. Хвостик. Ну, в общем, в туалет находить сможет. Этот костюмчик мне очень нравится. Также был еще один размер больше, и она в нем просто потерялась, понимаете? Она просто в нем запуталась. Ладно, думаю, на этом ролик можно заканчивать. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.